Столичные бойцы наркоконтроля перекрыли канал поставки психотропов из России в нашу страну. Двоих сбытчиков дурмана задержали в Минске на улице Одинцова. Схема работы многим уже хорошо знакома. Парни трудились на интернет-магазин. Крупную партию дробили на дозы и продавали через закладки. Еще один любитель легких денег продавал в столице дурман растительного происхождения, если предметно – гашиш. Милиционеры и его не обошли вниманием. Встреча с покупателем закончилась для сбытчика задержанием. Карина Пашкова продолжит. Двоих минчан с психотропами милиционеры задержали в столице на улице Одинцова. С собой у парней было 12 свертков, в которых находился дурман. В телефонах юноши и оперативники нашли информацию о закладках по всему Минску. Еще 29 свертков с наркотиком милиционеры нашли в квартире одного из задержанных. Там же были весы и упаковочный материал. Всего было изъято почти 130 граммов опасного вещества. В милиции рассказали, что психотроп привозили из России крупными партиями и в Минске расфасовывали. По словам одного из молодых людей, бизнес он занялся, чтобы оплатить кредит. Пробовали найти другое место работы. Легальное неизвестно. Быстрые деньги, видимо, затмили разум. Экспертиза подтвердила, в составе порошка, который оперативники изъяли у молодых людей, содержится психотропное вещество альфа-ПВП. Сейчас в отношении парней возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328. Ее санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы. Ваш наркотик? Да. Еще один житель столицы станет фигурантом уголовного процесса за незаконный оборот наркотиков. Специализировался он на растительных дурманах. Речь идет о гашише. В автомобиле, на котором вы передвигались, есть что-нибудь запрещенное? Да, есть левые двери. В водительской, нормальные. Передней, да? Да. Что там находится? Гашиш. Гашиш сколько? Плитка. Плитка. Это ваш гашиш или да. Чей-то? В одном из районов города Минска был задержан поставщик наркотического средства гашиш. Был задержан в автомобиле непосредственно с покупателем наркотического средства. Данный гражданин занимался перевозкой лиц в интернет-такси. Соответственно, машину арендовал у фирмы-работодателя. Всего бойцы наркоконтроля изъяли более 100 граммов гашиша. Также в машине были весы и деньги. Более 26 тысяч долларов обнаружили оперативники и приспособления для употребления наркотиков. Сообщается, что гашиш в нашу страну привезли из России. Карина Пашкова, Виктор Борисов, Зона X, Минск.